Йоу! Я немного задержался. У меня видео не выходили, наверное, уже почти год, скорее всего, может, чуть меньше. Вот. И на данный момент я решил вернуться. Мне нужно сделать, так сказать, барный стол для моего верстака в гараж, потому что иногда некоторые вещи очень сложно делать стоя, особенно мелкие. К примеру, какой-то мелкой электро, там, паяльная, не паяльная тема. Я занимался зимой дома, но как бы сейчас уже не хочется этим заниматься, там, лишний раз вонять, как говорится. Вот, поэтому решил перебраться в гараж. Соответственно, мне нужно будет сделать лишь несколько вещей. У меня уже есть заготовленные... Ну, это была здоровая арматура-десятка, я распилил ее на три части. Соответственно, у меня будет три ножки. Склеил остатки кусков фанеры. Склеил их, соответственно, на ночь. Вот этим клеем. Да, скреплено нормально. Но я думаю, что весь производственный процесс будет проще показать наглядно. В итоге насобирал более-менее. Это да, это все десятка вроде как. Короче. Вторую примычку, соответственно, конструкция стала уже жесткой. То есть вот. Довольно уже устойчивый, если горячий, не могу пока толкнуть. Добавится примычка, он будет более устойчив. Thank you.